правый ряд уйди. В зеркало смотри. Газу, 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 газу. Все, держись за грузовиком. По третьей полосе как-то некрасиво тут ехать. По третьей полосе кто может ехать? Я не знаю, это автобус. Автобус. Для поворота налево разворот. Кстати, видишь, дорогу разметил, зашибись. Вот этой полосы и держись. Если нам в прямом направлении двигаться по Южно-Портовой, вот держись, вот разметка слева у тебя, видишь? И ты как бы вдоль нее едешь. Вот все люди говорят, что при выезде мы должны уступить, да. Но видишь, отдельная полоса слева. Четыре полосы появилось. Вот со мной спорят, надо когда-нибудь там машину подставить свою. Какому-нибудь умнику. Но этого делать мы не будем. Вот по этой полосе двигайся, она в прямом направлении. Наша полоса сейчас будет посередине. Одна полоса ушла на Ленина, вторая полоса ушла для поворота налево. Третья полоса, вот она наша будет. Она потом станет второй полосой. Вот по ней прямо едем. Разгоняй машину, ты же уже видишь, куда ехать. Интересно, кто скажет, здесь поворотник надо включать или нет? Не надо. Почему? Мне кажется, не надо. Кажется? Потому что туда, да, поворотник. Ну, может. Не спеши, не спеши. Мы знак какой проехали. Да не смотри ты назад, на дорогу смотри. Ты его так никогда не увидишь. Остановка запрещена. Знак, блин, запомни, по развязке на проспект выезжаешь ближе к Сингапуру, это развязка, там все, остановка запрещена. Где можно остановиться? Правильно, за ближайшим перекрестком. Ну, это вот нерегулируемый перекресток, а регулируемый пешеходный переход. За ним справа, соответственно, можно остановиться. Меня больше радует то, что здесь все-таки сделали разметку. Смотри, прикол. Здесь действует знак ограничения скорости. Скоростного режима 40. Вот это перекресток справа, ой, слева от нас. Перекресток. Да, по сути, да. То бишь 20 метров ты должен проехать со скоростью не более 40 км/ч. Это тоже не регулируемый регулируемый перекресток. Это пешеходный переход. Если задача будет там остановиться за перекрестком регулируемым, то мы здесь не можем остановиться, потому что это был пешеходный переход. Здесь вот хрен пойми, что это. Перекресток это. Вроде перекресток. Хотя, когда они выезжают, это не перекресток, у них нет светофора. Это тоже регулируемый какой-то выезд, но это не перекресток. Вот. А может, я чего не знаю. Ближайший перекресток у нас здесь по проспекту регулируемый. Это вот если взять от юбилейной остановки, знаешь, где остановка юбилейная, проезжали. Вот первый ближайший перекресток, вот он. За ним, соответственно, ты можешь остановиться. За ним, соответственно, все знаки отпадают, ограничения, какие были там, скоростного режима, остановки, стоянки. Опережение и тому подобное. Какие бы знаки ни висели, за этим перекрестком они теряют свою силу, значимость. А не поджимай ты его, не поджимай. Зачем поджимаешь? Я ж на экзамене испугаюсь, но тормоз нажму. Ты чуть побледнела. Камеру увидела. Сразу, да?
Ну ничего, бывает. Поехали смелей. На перекрестке посмотрела, неадекватов таких, как мы с тобой, нет. Все, поехали. Знаю, какой проехали. Главная дорога. Да, пусть будет главная дорога. А вон какой знак торчит на нас. Остановка запрещена. Где он закончится, давай посмотрим. Это что, это перекресток или нерегулируемый перекресток? Или пешеходный переход просто, что это? Вот это? Да. Пешеходный переход. Молодец. Действие знака ограничения скорости откуда? До перекрестка. Ты невнимательно была сейчас. Там стрелочка была вниз такая, что до этого знака остановиться нельзя. Соответственно, справа здесь сейчас можно остановиться. Справа ряд уходи. Дорожку рисует, это хорошо. Это даже очень приятно. Видишь, знак виднеется. Видишь? Остановка запрещена. Двигаемся в сторону аэропорта. В сторону аэропорта. Указываем. Поворотник, правильно. Знак какой увидела? 40. Знак увидела 40, да. И в данном случае нам говорят, выбирать, выключай поворотник. В данном случае нам говорят, выбирай место для разворота. Что мы должны сделать? Мы должны ехать, как и ехали. Вообще не париться. Вообще не париться. Здесь мы должны войти в общий поток. У нас установлен знак «Вступи дорогу», «Тормози», «Тормози». Я в автобусе не хочу ехать. Ну а что смеешься? Кого мы должны пропускать? Вот такие, как грузовик. Кто в зеркало, смотри, кто около сплошной линии, видишь, стоит? Вон они. Вот этому ряду, кто вдоль сплошной линии едет, как и мы их пропускаем. Но ты будь чуть-чуть наглее, потому что стоя здесь, ты никуда не поедешь, никуда. Делаем тоже вид умного водителя, матерого. Но обязательно. Немножко склоняйся к ним. Немножко они руля выворачивают. Но еще не факт, что нас пропустят. Левый поворотник-то включи. Смотри, джип он нас не захотел пропустить, потому что мы умные слишком, да, буква У. Вот, нас пропустила девушка. Большое спасибо. Это, кстати, редкость, но появляется. Смотри, вот этот чувак, он сейчас тебя просто резанет. Куда же ты вместе с ним летишь? Наша задача, понятно, что он пошел. Главное, чтобы он этого потом не услышал, а то пойду я. Вот. Нам задача какая была? Развернуться. Что мы должны сделать сейчас? По возможности выбрать место для разворота. Не искать его там, где нам сказали, а искать там, где это есть техническая возможность. Правильно? Где мы сейчас будем разворачиваться? Ну, ты пальчиками можешь показывать. Туда. Для начала ты должна перестроиться, да? Перестроиться, как да. Минимум. Только потом уже думать, где ж мы развернемся. Да, смейся, я на экзамене посмеюсь. Да. Здесь указываем левый поворотник. Ты никакого преимущества не имеешь. Ты никаких прав не имеешь. Хоть крепостное право и отменили, но прав ты сейчас никаких не имеешь при перестроении. Если повезет, мы перестроимся. Если ты проявишь немножко инициативы и наглости, то мы перестроимся. Немножко руля влево, о намерениях своих покажи, что, ребят, хочу перестроиться. Дайте возможность, поворотник включи. Вот этот дед, он никогда нас не пропустит, запомни. Эти тоже не пропускают, видишь? Поехали в наглую потихонечку, вот, нас пропускают. Ты показала, что ты хочешь, но главное не лезь в наглую. Ты дай понять людям. Ой. ДПС. Давай полтосик сразу, знаешь, как переводится, да? Жарко? Очень. Давай.
напиши. Задачу повтори. Развернуться. Правильно. Давай. Развернемся. Что? Не проблема. Зеркало обязательно. Зеркало. Нет никого? Уходи смело. Ты по сплошной-то зачем поехал? Справа была сплошная линия. Заезд был специально для тебя. А потом сплошная. Поворотник укажи. Немножко вперед протяни. Там на светофоре пешеходам осталось 3 секунды. Да не дергайся ты, чего дергаешься? Сейчас, сейчас они еще на красный проедут, что микроавтобус и грузовик. Потом мы поедем. Поехали. Крутируй. Крути потихонечку. Смотри, что люди не видят, что ты делаешь. Им плевать. Вот так мы выполнили разворот. Если мы вот едем со стороны южного в сторону аэропорта, и нам на развязочке до этого говорят выбрать место для разворота. Вот буквально это первое ближайшее место. На перекрестке промышленного, вот этот вот сейчас будет впереди перекресток разворачиваться, в ту сторону нельзя, там движение прямо. Как-то так.